Всем привет! Вы на канале Алена Сиди. Сегодня я в лесу нахожусь, на пикнике. Вот у нас такой пикник, и я буду вот такие вот розовые. Сосиски я уже пожарила, они там лежат. Вот, вот розовые такие я буду жарить. Первое, берем маршмеллоу. Печенье? Как вкуснее, жареное или не жареное? Тут огонь у меня такой жарко, но это не видно, конечно, на камеру. Я надеюсь, возьму побольше маршмеллоу, так вкуснее. У меня еще братья есть, которые берут эти маршмеллоу. Даже все равно, что они там соединяются, все равно это же вкуснее. Их больше, они вкуснее. Также вот натыкаю. Сразу побольше маршмеллоу. Натыкать надо вот так. Так они не прожарятся. Во, не пришло. Сейчас съешь. А теперь жарим. Вот, я жарю. И, кстати, до этого хочу вам сказать, что я вот так вот. Потом мне просто сползла, я быстренько вот туда побежала. Вась, ее побыстрее. Сейчас можно даже потрогать. И могу вам сказать то, что когда она вот здесь станет желтенькой или коричневой, это будет еще вкуснее. Так будет еще вкуснее, когда она жарится. А просто так вкусно. То же самое, только вода какая-то. А вон уже они соединились вместе. Еще не желтые. Кстати, вот наш столик маленький. Наш столик вон маленький. И там уже сосиски, которые мы пожарили. А пока я жарю маршмеллоу. Все. Они готовы. Конечно, еще вот такие немного. Надо еще поджарить, наверное. Надо побольше огня сделать. Вон, мой папа подул, и сейчас вообще кого-то снег. Сейчас я снегу. Все ближе и ближе. Это мама моя уже приходит. Смотрите, могу вам уже показать. Вот здесь вот снизу. Чуть-чуть желтоватая часть. Вот такая нам нужна, чтобы она шла. Стёпа! А ну-ка быстро сюда. Мам, может так она не орать? Все равно мама. Быстро иди сюда. Мам. О, смотрите, какая у нас фигня, что получается. Конечно, еще не такая большая. Вот, у нас уже маршмеллоу готовый, я не вытерпела и съела. Можем пробовать? Пальцами они липнут. А.
подписывайтесь на канал, ставьте лайки и покупайте такие разноцветные маршмеллоуки. И обрадуйте меня, чтобы эти летние каникулы были классными.